Всем привет! Очень рада, что вы зашли на мой канал посмотреть мою очередную штучку интересную. Очень-очень мне понравился этот приборчик для кухни, для нас, для девочек. Использую его постоянно с тех пор, как купила. И считаю, это, конечно, мое мнение, что такая вещь должна быть у каждого на кухне. Как вы думаете, что это? Ну, кто-то знает, я в этом, конечно же, уверена. Кто-то даже не догадывается. Здесь помпа. Закрывается на крышечку. Таких приборчиков два. В наборе я брала. Один подлиннее, вот видите. Второй вот такой вот маленький, коротенький. И подставочка. Ну а теперь давайте я не буду испытывать ваше терпение и покажу, для чего это нужно. Для этого мы берем лимон. Так, надрежем его. Лимон у нас большой, поэтому я возьму большую штучку. И такими вот вращающими движениями мы сделаем, можно сказать, волшебство. Ну вот практически я правильно прям все обрезала. Итак, та-дам! Получилась такая, можно сказать, граната. Теперь точно все догадались, да, для чего это нужно? Нужно, чтобы хорошо выбрызгивался лимон, немножко его помять слегка. Это уже, ну, на опыте, на своем. То есть немножечко, так вот, совсем чуть-чуть. В принципе, перед каждым применением можно это делать. Ну, пока он, лимон, то есть, ну, свежий такой, новенький. Буквально чуть-чуть. С каждым разом его все больше, ну, посильнее нужно будет вдавливать. Итак, давайте я здесь отрежу маленечко, чтобы устойчиво было. А теперь можно это использовать как угодно. Можно, вот смотрите, видно брызги? Он уже, ой, какая прелесть. Ой, запах обалденный. Теперь это можно использовать как вам угодно. Например, можно сбрызнуть салатик. О, аромат шикарный. О боже, приятного аппетита. Здорово. Можно просто сбрызнуть дома, в квартире. Пойдет просто натуральный. Замечательный ароматизатор квартиры. Пожалуйста, при приготовлении рыбы, да, также можно. Ну, в принципе, кто что любит. Кто как любит использовать лимон, так это можно будет и делать. Такая подставочка для этого есть. Ну, можно, в принципе, любое блюдечко. Вот такой маленький приборчик. Он пойдет либо для маленьких лимончиков, либо для лайма. Тоже очень здорово подходит. Кто любит лайм, пожалуйста. Кому понравилось, ставьте лайк. Приобретайте такие классные штучки. И всем пока-пока. Всего хорошего.